Данное видео предоставлено сайтом online.gdz.net. Юнит 2, секция Homework, домашняя работа, упражнение номер 3. Translate sentences from Russian into English. Переведите предложение с русского на английский. Первое. Я устал. Давай остановимся и отдохнем. I'm tired. Let's stop and have a rest. Второе. Ты был в Испании? Нет, но я должен буду поехать туда весной, чтобы принять участие в соревновании. Have you ever been to Spain? No, but I'll have to go there in spring to take part in a competition. Третье. Туристы не должны подходить близко к огромным камням Stonehenge. Tourists must keep off the huge stones of the Stonehenge. Либо tourists must not come close to the huge stones of the Stonehenge. Четвертое. До свидания. Хорошего путешествия. Goodbye. Have a good trip. Пятое. Когда ты должен был уехать за город? Вчера вечером, но я простудился. When did you have to go to the countryside? Yesterday evening, but I caught a cold. Окей, упражнение выполнено. Если вы хотите смотреть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube и группы в социальных сетях.